В этом выпуске напомним вам о самых интересных и полезных программах, которые привлекли внимание в этом году. Вы найдете как совершенно свежие, так и уже знакомые вам приложения. Ссылочки на все программы будут под видео. Mixer Crate – это мобильная версия сервиса Mixer, который является аналогом Twitch. С помощью этого приложения можно стримить игры со смартфонов, работающие под управлением iOS или Android. Однако на iOS есть одно ограничение – игра должна поддерживать технологию ReplayKit, чтобы ее можно было транслировать с iPhone или iPad. Есть встроенный чат для общения со зрителями. Fiddly Rider синхронизирует ваши RSS-подписки с Fiddly, одним из лучших сервисов для чтения RSS-лент. Приложение показывает статью полностью, без необходимости открывать их в браузере. Нужные материалы можно сохранить в выбранном вами сервисе отложенного чтения. Калькулятор от Xeon. Бесплатный калькулятор уже доступен в Google Play для всех устройств под управлением Android 4.1 и выше. Он отличается широкими возможностями и проработанным внешним видом. В калькуляторе от Xeon можно конвертировать разные величины, вроде валют, температуры длин, рассчитывать платежи по ипотеке и даже решать логарифмы. VR Gear Fluent. Сюжет из игры, как и в большинстве симуляторов свиданий, одновременно прост и прекрасен. Вы фотограф, который приезжает на райский остров Парадис, Исланд, где встречаете прекрасную девушку. Вот тут-то все и начинается. Пацифика. Приложение помогает взять под контроль свое настроение и лучше справляться с трудностями. Оно объединяет несколько инструментов, включая методики когнитивно-поведенческой терапии, которая применяется при лечении депрессии, тревожного расстройства и других болезней. HD MKS Live. Это приложение позволяет подключаться к камерам МКС, наблюдать за землей в прямом эфире и следить за полетом станции. В HD MKS Live доступны два канала. Первый передает изображение с камеры на внешней стороне МКС в HD разрешении с музыкальным сопровождением. Второй с одной из множества других камер в качестве 480p, в том числе из тех, что установлены внутри станции. Шорткутер Wake Setting пригодится для наполнения панели быстрых настроек смартфона нужными плитками и ярлыками программ. Приложение умеет добавлять в панель быстрых настроек множество различных системных функций, переключателей, ярлыков и ссылок. Maps.me – это картографическое приложение, которое позволяет работать с картинками без подключения к сети. В новой версии был введен специальный алгоритм, позволяющий скачивать только измененные участки карт. В некоторых случаях это позволило сократить объем загружаемых данных в 10 раз. Кроме того, появилась возможность добавления в маршрут до 3 промежуточных точек, которые можно легко менять местами. Xout of 10 – небольшая бесплатная утилита, которая воспроизводит на экране любого смартфона под управлением Android панель с датчиками из нового iPhone 10. Beatbox – аудиоплеер в первую очередь покупает своим внешним видом. Дизайнеры отлично поработали над интерфейсом, но в то же время сумели сохранить его достаточно простым и чистым. Качество воспроизведения тоже на высоте, благодаря семиполосному эквалайзеру и усилению низких частот. На этом у меня и все. Кому было интересно, ставьте палец вверх, и мы будем готовить следующую порцию новинок именно для вас. Всем пока-пока!